Привет! Сегодня хочу с тобой поговорить о бизнес-идеях с минимальными вложениями. Ты наверняка слышал, что для открытия бизнеса вовсе не обязательно вкладывать огромные финансы, нанимать большой штат сотрудников и открывать офисы по всей стране. Но какой же вариант бизнеса подойдет для открытия без существенных финансовых инвестиций? Чтобы это узнать, досмотри ролик до конца, ведь сегодня мы поговорим о 5 наиболее интересных и незатратных бизнес-идеях. Не теряя времени, переходим к первому участнику топа – Инстаграм-магазин. Чтобы начать зарабатывать, не обязательно что-то производить, и будет достаточно заниматься перепродажей в наиболее популярной социальной сети Instagram. Что тебе потребуется для начала своего дела? Во-первых, анализ рынка продукции и выбор товара, который ты будешь продавать на своей странице. Следующим шагом идет закупка, например, с Китая. Теперь потребуется создать интересный профиль с качественными фотографиями и рекламными материалами и набрать 1000 подписчиков, чтобы профиль воспринимался серьезней. Если хочешь купить живых подписчиков, то сделать это возможно на сервисе по ссылке в описании. Теперь остается лишь запустить рекламу в самом Инстаграме, анализировать ее и получать деньги с продаж. Довольно простой бизнес, и справиться с ним сможет практически любой человек. Вложений потребуется не более 50 тысяч на все, включая закупку товара и рекламу. Необычный туризм. Если тебе посчастливилось жить в городе, который часто посещают туристы, то ты можешь зарабатывать, буквально вложив несколько тысяч рублей. Так как привычный туризм всем порядком надоел, то и люди ищут чего-то необычного и интересного, что ты предложишь. Например, можно создать Instagram-тур с самыми красивыми фонами для селфи или тур по мрачным закоулкам города, куда туристы вряд ли зайдут с гидом. Идеи масса, и зависят они от особенностей города. Чтобы себя разрекламировать, можно создать свой сайт и оптимизировать его под туристические запросы. Неплохой рекламой будет и создание в YouTube роликов. Вложения могут быть лишь временными, а если учесть рекламу, то потребуется 5-10 тысяч для старта в данном направлении. Свой блог. С любовью и способностями к писательству не обязательно уходить в копирайтинг. Ты можешь вести собственный блог или открыть канал на видеохостинге. Постоянные читатели и зрители формируют трафик потоком потенциальных потребителей, который можно направлять посредством прямой или скрытой рекламы. Выбери нишу, соответствующую твоим знаниям и интересам, например, как продвигать услуги или создать что-то полезное. Делись мнением о последних событиях в мире моды или кинематографа. Любые идеи или направления найдут своего читателя и зрителя. Усредненно зарабатывать на популярном блоге можно от 30 до 90 тысяч рублей и выше. А затраты вполне могут быть нулевыми, но потребуется время и усердие, так что будь готов к этому. Модная фотостудия. Пришла эпоха Инстаграм, и каждый хочет иметь красивые фотографии в своем профиле. Спрос можно удовлетворить, открыв фотостудию с необычным интерьером. Она должна не просто иметь голые белые стены, а быть с какой-то изюминкой и предоставлять услуги по организации профессиональных фотосессий. Интересный вариант, если ты будешь организовывать фотосессию с фоном, который можно менять как за счет освещения, так и за счет смены текстур. Сделать это возможно благодаря созданию полотен с декоративными элементами. Масштабирование такого бизнеса является очень сложным процессом. В какой-то момент ты можешь уткнуться в потолок своего небольшого города, и тогда единственной точкой роста будет открытие таких же студий в других городах. Затраты на такой бизнес также не превысят 50 тысяч рублей. Съемки с квадрокоптера. Квадрокоптеры подарили нашему миру огромное количество красивых кадров. Они высоко летают и записывают качественные видеоролики. Многие хотят получить красивое видео с какого-то знаменательного момента своей жизни, например, со свадьбы. И вот здесь-то им можно предложить услуги съемки с воздуха. Самый логичный способ поиска клиентов – это сотрудничество со свадебными агентствами. Предложите им свои услуги, а они будут предлагать ваши услуги своим клиентам, забирая некоторый процент себе. Довольно взаимовыгодно. Лучшим вариантом развития будет предоставление услуги съемки и монтажа роликов. Затраты на рекламу и покупку квадрокоптера составляют в районе 50-60 тысяч рублей. А на этом топ-бизнес-идея с минимальными вложениями подошел к концу. Но в завершении не забудь подписаться на канал и оценить видео лайком, если оно тебе понравилось. Также смотри другие ролики, а с тобой мы увидимся в следующих видео. Спасибо за внимание и до скорого!